Возрождение певческих традиций – главная цель международного фестиваля православных песнопений «Калужский благовест». Он пройдет уже в 19-й раз. 19 февраля в Кафедральном соборе состоится божественная литургия, которая положит начало праздничным мероприятиям. 20 и 21 февраля пройдут конкурсные прослушивания певческих коллективов. В этом году в фестивале примут участие коллективы из 10 стран мира. Также впервые на «Калужском благовесте» выступит детский православный хор. В отличие одного фестиваля от другого, прежде всего в составе выступающих, в составе конкурсантов самих. То есть это различные страны, они меняются время от времени. Вот у нас в этом году добавляется Голландия, Эстония, которых еще ни разу не было, Финляндия тоже впервые будет присутствовать. У истоков фестиваля стояли люди, которые хотели петь в церкви, но не имели достаточных знаний для того, чтобы развить этот вид деятельности. Калужский благовест – это возможность передать друг другу опыт давних певческих традиций. Единение и дружба православного мира на основе церковно-певческого искусства – главное, что представляет собой международный фестиваль. Этот фестиваль будет отличаться более расширенным составом коллективов из нашей Гродненской епархии. Так уже полюбившиеся нашим слушателям хоры Свято-Покровского кафедрального собора, собора белорусских святых, Свято-Владимирской церкви, которые традиционно принимают участие в фестивале, будут дополнены ансамблями из храма Святой Преподобной Марфы города Гродно. Также примет участие коллектив из храма в честь Спиридона Тримифунского из Ольшанки. Международный фестиваль православных песнопений «Калужский благовест» закончится подведением итогов и гала-концертом 22 февраля в Драмтеатре.